Что нравится? Тут слова-то еще какие красивые. Ну да. Ну что, все картинки уже пересмотрели? Да. Творческая. Творческая студия в своем разгаре, да? Я уже согрелась, обогрелась. Это я тоже тут оставила. Мало ли, приедешь, не таскать с собой в море всего. Дождик сегодня, плохо. Зонтики везде. А это вот я записываюсь. Ух ты, студия звукозаписи. Ты как артистка великая. Какой зонтик красивый. Прям весь такой. Весь такой зонтик. А это на себя фотографии Ангелинкиной со школы. Ну, ты с ней перезванивалась, как девочка-то учится, нормально. Хорошо, все хорошо. Нравится я ей? Я пишу ей, говорю, детками подружилась, она говорит, да. Говорит, очень многие живут в нашем дворе, с кем она в классе. А, даже соседи, да? Да. Ну, и хорошо, со школой вместе, школа, с школой вместе. Была. Вот, например, вот ваш подъезд, а это следующий дом. Вот так школа была, прямо во дворе. Ой, класс. Мы туда не могли попасть, потому что там рядом садик, и всех детей с этого садика всех туда отдают. Ага. Она очень маленькая по количеству классов, по объему даже помещений. А эта школа, в которую они вот ее сейчас водят, это получается как, вот, например, если от тебя до 20-й школы, даже может быть меньше. Тоже близко, не, ну да, я говорю. Мы через аллейку проходим, ну, здесь у нас, не через дорогу, ничего, прям через аллейку прошли, говорит, ты сразу в школу попали. Красота. И они вот ходят, у них бейджики у всех. У детей? Да. Там фотографии есть. И еще магнитные ключи. Ух ты. Да. И когда детей привели, учительница с без 10:08 до 8:10 стоит внизу, ждет всех детей, вот сдали. Ага. Все заходят, школа закрывается. В школу не попадешь. Только если ты звонишь учителю, она выходит вниз и говорит, что да, я знаю. Предупреждает, да. Ну и правильно. А то ты что, Беслана достаточно. Не пускают никого. Что творится? Ей нравится, главное, что ей нравится. Главное, чтобы ребенку нравилось в школу ходить. И там вот есть одна девочка такая большая, да. Большая. Видела? Там около доски стоит. Ну, большая. Я думала, что, может быть, это дочка учительница. Нет, это одноклассница.